Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня, хорошенько отдохнув, я решил вновь погрузиться в атмосферу этого ужаса и безумного страха. И сегодня я начинаю играть в Outlast Whistleblower, что по-русски переводится как «Осведомитель». Мать вашу, мне страшно! Давайте уже начнем. Так, сложность. Не хочу я сложную, давайте нормальную, я уже наигрался. Мне хватило уже первой части. Так, я уже могу управлять. Осведомитель. Это значит, что... Секундочку. Кто ты? И где я? Игра про человека, который в первой части... Ого! Почему я босиком? Откройте эти глаза. Вам можно не просыпаться. Просто откройте глаза. Он говорит, можно не просыпаться. Эй! В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда, позвольте помочь. Ублюдок. Эй! Фу! Мерзость! Фу! Я тебя уничтожу. Эндрю, вы позаботитесь? Я типа здесь занят. Это звучит как настоящая беда. Мор по генетическом двигателе. Говорят, что Хоуп усовершенствовал на что-то. Билли Хоуп? Черт! И они этому не рады? Нет! Черт, 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 черт! Ну давай же! Билли Хоуп. По-моему, слишком громко. Ребята, я убавлю на секунду? Так, так получше немножко. Два часа назад. Так вот, в первой части, когда репортер читал письмо, мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Да, это письмо писал как раз осведомитель, за которого мы будем играть сейчас. Это он писал. Ого, красивый у тебя рабочий стол. Он написал, чтобы репортер приехал туда и сделал свое расследование. Интересно все-таки, будут ли переплетаться эти части? Не нервничай, все нормально. И кем является осведомитель, я этого не знаю. Я, честно, очень мало знаю про эту игру. И очень мало про нее читал. Ну, не играл в нее точно. Быстро перечитаем. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков Mount Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Отправляем. Кто здесь? Давай, 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 давай. Что ты здесь делаешь? Видимо, я какой-то системный администратор, да? Так, меня здесь тупо нету, ладно? Я проверяю сервера, смотрю на буковки, на циферки. Так, управление то же самое, да? Ничего не изменилось абсолютно. Да, не мудрено. Игра ведь та же самая, в принципе. Просто это мод. Блин, как непривычно в этой игре видеть реально обычного человека. Чувак, я просто пью кофе, расслабься. Твой рабочий день закончен, вали отсюда. Дай мне спокойно посмотреть в ноутбуке всякую фигню на халяву. Даже кофе не попил. Так это серверная, что ли? Да, по-моему, серверная. Блин, действия нормальные. Кто меня вообще облизывал в начале игры? Фу! Мерзость. Парк? Они уже 3 раза вызывали вас. Там что-то срочное в кондиционировании. Новая цель. Идите в главную консоль. Все-таки что ты тут делаешь? Я думал, что ты просто компьютерщик. Так, какая там цель? Идите к главной консоли морфогенетического кондиционирования. Заметок нет, документов тоже. Так, журнальчики. Извини, я тут своими делами да заканчиваю заниматься и пойду, ладно? Неинтересно все-таки. В этом мире Outlast что-то такое простое увидеть, это очень непривычно. Непривычно. Вейланд Парк, сотрудник 1466, немедленно пройдите к системе контроля морфогенетического кондиционирования. Это, видимо, я. Блин, я же там, внизу, в подвале. Вейланд Парк, пройдите к системе контроля МК. Да пройди уже кто-нибудь. Чувак, ты какой-то серьезный. Похож на Сисурити, только нет ни значка, ничего. Ты просто тут стоишь, как бы смотришь туда. Тебе вообще не холодно? Тут везде лед. И везде закрыто. Надеюсь, меня в начале игры-то не будут пугать.
частиц на миллион, да, не является что-то там того-то. Я беспокоюсь о потере антиоптиков. 1,9, да. Какую фигню обсуждают на самом деле? У нас недостаточно, чтобы доверять прогнозам Верники. Пока что он прав. Я просто хочу знать, что мы создаем то что-то иное, нежели блестящие что-то там. Да я не успеваю за ними читать. Они болтуны какие-то. Реакция на стресс подействует на капилляры. Конечно, терпение на это и рассчитывает. Хотите получить 1,90? Частиц... Да, они то же самое обсуждают в Балбесе. О, а я здесь был. Я же здесь был. Реально был. Я помню вот этого чувака, он был мертвый. Вы в Уэйленд Парк, не так ли? Почему вы не отвечали на вызов? Я скажу им, что вы идете. Вот там, там был... Блин, я не помню. Я, по-моему, туда и шел, направо. Блин, тут, походу, очень много отсылок будет к первой части. Давайте посмотрим, куда эта дверь меня приведет. По-моему, да, я здесь от... Звучит здорово. Я даже не думал, что я буду так по ней скучать. Это все пациенты. Ты начинаешь осознавать, что они видели женщину или ребенка уже, черт. Когда ты в последний раз видел Джейн? 3 недели назад. Это ничто. Ты серьезно? Конечно. У тебя есть девушка или что-то? Фигню какую-то обсуждают? Жен там, девушек. Ладно, просто пойдем. Эй, Барни, это ты? Крис Уэйлен, поспешите, они ждут вас. Блин, ребята, мне что-то подсказывает, что там капсула Билли Хоупа. Точно. А, Парк, вы режете слишком близко. Следующий пациент уже на подходе. А, артериальный. Я получаю только... Блин, я не успеваю за всеми. И какой-то пластиковый. Какого хера? Они вытащили Глюстинес, вызовите. Пускай болтают. Да, вон он, там Билли должен быть. А его там нет еще, нифига себе. Какие-то детские сексуальные фантазии о рептилиях. Что за бред вообще? Что за хрень здесь творится, ребята? Вы вообще читаете, что там пишут? Там вообще бред пишут. Ладно, просто пойдем. Куда идти-то? Я получаю только категорию. Так, ладно. Эй, чувак, куда идти? Сюда, вниз? А вниз не пройти. А куда мне идти-то? А, вот клавиатура. Нажмите X, чтобы починить морфогенетическое кондиционирование. Блин, я уже забыл с первой части, со времен первой части, как это правильно произносится. Как ты починишь? Можно через стол починить? Ладно. Прекращаем баловаться. Парк, наконец-то! Где же вы были? Функциональный интерфейс изображения не отвечал на ACL. У нас пациент, который 30 секунд в отключке, а мы ничего не видим. Тра-та-та-та. Я могу позвонить в камеру, попросишь что-то там. Нет, мне не нужна еще одна оценка функционирования. Мистер Парк все починит. Мы даже не успеем опомниться. Да ведь, мистер Парк? Нет, черт возьми, я не понимаю, что здесь происходит. Что делать-то? Кто в отключке-то? Блин, ребята, давайте его спасать-то. Мы счастливы? Я нормально себя чувствую, да? Я после отпуска, мне кайфово. А Стив, томография все еще не четкая. Вы сомневаетесь в нашем друге в Уэйленд Парке? Я считаю, это более чем недружелюбно относиться так к его опыту в программировании и существенной преданности корпорации Мирков. О, господи, сколько слов, елки-палки. Я знал, что это случилось. Ого. Это Билли, что ли? Той проклятой машине я вырос в аду, насилуют мои зубы. Офигеть. Это что, Билли, что ли? Нет, это не Билли. Это Билли. Куда его увели? Ты морду подними свою. Он освободился. Ура! Тихо. Привет, чувак. Помогите мне. Не дайте им этого сделать. Не позволяйте им. Вы, я знаю, что вы можете это остановить. Вы должны мне помочь. Вы должны, чувак. Я не могу этого сделать. Прости. Все в порядке, агент. Мистер Парк просто не ожидал. Я уверен, что он спокойно был желание закончить свою работу. Присаживайтесь. Да черта с два. Я хочу отсюда уйти. Я как репортер уже просто хочу свалить отсюда. Быстрее, мистер Парк, нужно будет повернуть голову, если мониторинг перефучу. Чего не будет активен, когда они положат его в... А, фу. Блин, это что, он серьезно? Нет, это Эдди Гласкин. О, что у него с лицом? Ему, походу, совсем плохо. Вы закончили, мистер Парк, можете идти? Не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы в моих отчетах. Да бабок дай мне! Ты мне хоть бабок дай, ну? Что за спайки? Ты урод, я человека только что убил. Я как киллер. Ну ладно. Блин. И чё, всё что ли? Игра закончена, я выхожу.
Детские сексуальные образами рептилий. Чё за сны они тут смотрят? Привет. Пластиковый мент. Ничего против милиционеров не имею, но этот какой-то смешной. Смотрите, как он выгнулся. А где все уже? Можно аккуратно так подсмотреть, что там происходит. Не хочу я, нет. У меня ни камеры пока ничего нету, да? Не бегать я не могу. О, прыгать могу. Нажмите или удерживайте. Просто нажму. Эй, чуваки, как дела? Может, сегодня пивко? Ну, футбол? Друзья, новая серия Дэнни, нет? Ну, как хотите. Я пойду в свою комнату отдыхать. Посмотрю что-нибудь на своем буке, дописываю кофе. Может быть, здесь кто-нибудь есть? Эй, друзья, подружки, давайте веселиться. Выпьем по кружке. Ха, отличная рифма. Так. Мне кажется, сейчас меня будет в моей комнате ждать какая-нибудь жопа. Не зря же она приоткрыта, правильно? Фух, раз, два, три. Вспомню, как это было в Outlast номер один. Нет, вроде ничего. Закрываемся нахрен. Фух. Слишком тихо, блин, я не могу, когда слишком тихо. Ай! Кто-то рассказывал истории за пределами нашего класса. Я на пол, вниз, держите руки, чтобы я их видел. Тихо, не подвисай. Не подвисай, сказал. Мистер Уэйлен Парк. Контракт на оказание консультационных услуг, который инженер-программист, разрешение службы безопасности третьего уровня. Закончил с отличием университет Беркли, но все еще недостаточно умен, чтобы понять. Последнее, что муха должна делать в паутине, ерзать. Я не ерзаю, чувак. Я лежу спокойно. Ты нашел порнушку. Настолько глуп, что думает, что заимствованного ноутбука маршрутизатора Барон Маура будет достаточно, чтобы мнуть ведущего мирового поставщика биометрической безопасности. Блин, черт. Где-то я облажался. Тупица, мистер Парк. Очень приятно, меня зовут Дэнни. Более чем просто тупица. Ты как так быстро разговариваешь? Боюсь, что нам придется вас взять это на себя. Мистер Парк, вы добровольно попросите принудительное заключение. Вы слышали, агент? Он сказал «да, мистер Блэк». Прекрасно. Ах, и. Мне это не послышалось? Вы только что сказали, что будете добровольцем программы морфогенетического кондиционирования? Это то, что я и услышал, мистер Блэк. Фух, это очень храбро с вашей стороны, Уэйлан. Корпорация Мерков и непрерывно двигающийся прогресс ценят вашу храбрость и жертву. Можете назначить мистеру Парку легкой анестезии? С удовольствием. Урод. Я же проснусь скоро, ты. Я же сказал, что вы прикольные, ну... Ай, Вайтсел Блауэр, осведомитель. Что ж, не кисло этому осведомителю пришлось. Интересно, он дожил до того момента, как приехал репортер? Так, это 2 часа, да, уже через 2 часа. А кто меня облизывал? Чё за урод? Чё, уже в то время придурки были? А, жесть. А. Чё? Не понял. О, там кто-то сидит, смотри. И там кто-то сидит. Не, они просто, походу... О, тихо. Да я молчу. Нифига его прет, смотри. Тихо. Вы слышите не так, да? Вы слышите? А, Валеридер! Мать его! Почему он здесь? Мы же его убили! Тихо. Блин, это же было до того, как я отправил письмо, точно. Капец, мне же еще с Валеридером, походу, придется много раз встречаться. Что это за хрень? Что происходит? Камера, быстрее. Мне уже жутко. Давай, братан, разбираться будешь позже. Заметка. Кровяшка. Заметки. Вот он. Вот он, Outlast, которого я ждал. Мать его. Мне уже в дрожь бросило. Вы думаете, вы там в безопасности? Как мило, очень мило. Я вскрою тебя, вскрою, покажу, заставим рыкать. Подожди меня там. Я этого чувака где-то видел. В смысле, подожди? Чувак, можно я просто уйду, ладно? Я ж тебя подождал, ну? Ну? А что ты хочешь от меня? Ну ладно, я пошел. Я пошел просто. Так, камера. Мотор. Дует. Нет, не дует. Мне надо прятаться быстрее. Я хочу спокойно прочитать заметку аккуратно. Фух, что происходит-то? Где я вообще очнулся? Давайте прочитаем заметку по-быстрому. Документов у меня пока нету. Заметка. Если я умру,
Я облажался. О боже, где я? Наверное, прошли часы или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатель морфогенетического кондиционирования. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. О, добавили девчонку какую-то Лизу. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог. Раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня, я облажался. Я думал, что делаю все правильно, но я тупо облажался. Сказал он. Бумажки. Ты что, надеешься, что она прочитает? Найдет эту бумажку? Какие-то полы деревянные. Отлично. Первая батарейка. Моя первая батарейка в этой игре. Неплохо. Ну хоть крови нету повсюду, как это было в первой части. Чё, этот чувак-то ушел, нет? Блин, здесь уже писсуары обоссаны, я хотел сказать. Изгаженные вообще, в срач. Он оттуда, да, пришел. А тихо. Смотри, как он там стоит. Я просто думал, может быть, какой-нибудь документик есть. О, батарейка. Так, мне, да, здесь можно обойти. Берем. Конечно же, батарейка мне пригодится. А в смысле? А кто убил-то? Я же рядом был. Валеридер же только в ту камеру залетал. Так, чувак, ты просто стой, ладно? Стоишься? Ну, стой. Так, я забыл, как ночное видение отключить. Ого, что происходит? Прикиньте, они его поймали. А, ты что так смотришь на меня? А, фу. О, жесть. Тут посмотри на того слева, сейчас подожди. Они все на меня смотрят. Привет, друзья. Я тоже с вами, ладно? Мы все одной крови. Крови. Мы братья. Типа. Жесть. Ребят, можно я просто аккуратно так? Привет. Иди, уйди от меня, ладно? Ты. Без наблюдателя, заходи. Куда? Эй, морда! Ты считаешь, что я свой? Ну, хорошо. Мне же лучше. Вашу мать, блин. Вашу мать, блин. Кто? Вальдеридер. Там же Вальдеридер где-то. Там же где-то Вальдеридер. Я чувствую. Вальдеридер там. А как мне мимо него-то пройти? Тихо. А как, что? С самого начала игры, что ли, меня начинают пугать им? Вашу мать, закрывай. В смысле? Я только родился, можно сказать. А тут Вальдеридер сразу. Так нельзя. Ребят, можно я с вами перекантуюсь, а? Пусти меня, пожалуйста. Так как туда попасть-то? К ним никак, походу. Ну да, остается только Вальдеридер. Не, он ушел. Ох, Вальдеридер, я не люблю, фу, гадость какая. Офигеть, тут сколько кровища. Никаких заметок, блин. Кстати, удобнее стало вот это вот освещение. Не так в глаза бьет. Может быть, камера поновее? Panasonic, там Sony. Так, этот закрылся. Fuck you, fuck you. Смотрите, смотрите, мент с ним дерется. Че, убил? И закрылся, сволочь. Думаю, хрен с ним, не сильно-то хочется. Блин, туда еще меньше хочется. Если честно. Или там еще? Там еще тусуется! Тихо, блин! Парни. Просто... Наш любопытный Том пришел присоединиться к нашему сеансу терапии. Вот, возьми нож, порежка нашего друга. Покрась ручки красным. Всегда полезно выражать свою личность. Если держать это все в себе слишком долго, можешь сделать что-нибудь, о чем будешь сожалеть. Нет? Ты один из них? Слишком хорош для таких, как мы? Думаешь, ты другой? Какой-то особенный? Здесь нет наблюдателей. Либо ты берешь один конец ножа, либо другой. Иди гуляй. Или гуляй. Вот, псих. Блин. Сейчас убирайся отсюда, пока я не придумал. Да я могу кольнуть его! Если вы будете моими друзьями потом в будущем. Привет, морда. Они меня реально выпускают. Блин, я бы мог помочь вам, ребят. Ну, если бы меня за своего приняли. Все. Тихо. Давай просто закроем аккуратно. Все, ребят, меня здесь не было, ладно? Ай, здрасте. Блин, ты как резко встал-то? Что ты творишь? Ты че, мудак, охреневший?
Открой дверь, блин! Закрой, закрой дверь! Куда спрятаться? Куда спрятаться? Тихо! Куда спрятаться-то? Да, блин, нифига его прет так после удара. Тихо. Нифига после удара так как его расперло. Не, серьезно, видели, как его прям вообще? Ни хрена не видел даже. Блин, как он так резко прям подскочил, прям вообще резко. Плохая идея, мы вернемся через ресепшн и скажем Марку Таттикалу, что-то там. Если они не наберутся силы, нужна помощь прямо сейчас, если мы сможем связаться. Если бы сможем связаться. Мы даже не знаем, работает ли радио. Это коротковолновая связь. Если в тюрьме есть электричество, значит у них есть сигнал. Если свет горит, мерка все под контролем. Да ни хрена. Замечательно, нам нужно добраться до этого радио. Помощь извне не придет, если не привлечь их внимание за пределами лечебницы. Ты хочешь взять на себя ответственность за каждую сомнительную с точки зрения закона вещь, которую ты создал, Мерков? Я что-то там. Слишком поздно беспокоиться об этом. Нужно это остановить. Ты просто боишься. Ты не мыслишь здраво. Позволь мне прояснить. Если ты позовешь на помощь, я покажу тебе кое-что новое, чего ты будешь бояться. Интересно. Ты мне угрожаешь? Ну ладно. Надо батарейку поменять, пока не поздно, блин, как темно там, а? Так. А, у меня же что-то было написано. Доберитесь до радио в тюрьме. Зачем? Зачем мне радио? Заметки, радио в тюрьме. Здесь есть радио, в этой тюрьме. Коротковолновое. Если оно электронное, то я заставлю его заговорить для меня. Есть надежда, Лиза. Я вернусь домой к тебе. Моей ошибкой было вероломство, как ты всегда говорила. Я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Я не хотел привлекать внимание. Мерков опасное место, я знаю это. Я считал, что нужно быть незаметным ради тебя, Лиза. И ради мальчиков. Но все же нужно было разоблачить Мерков, рассказать всем и вся, что здесь происходит. Я не могу просто умереть, по крайней мере не раньше, чем доберусь до радио. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула, здесь слишком опасно. Ну, в этом ты прав. Ёлочки. Тихо. Ты на меня не прыгнешь, урод! Хотя бы. А куда? А, понял. Толкаем. Блин, тихо! Тихо. Чувачок. Ты ведь просто так встал, да? Смотри, прям упор сейчас будет. Морда. Не шевелись. Я все расскажу. Кому-нибудь. Валеридору расскажу все. Пойдем. Ты будешь моим другом. Ничего интересного. Может, какой-нибудь документик? Вот интересно. Ты хоть попрощался бы. Ну, я... Валеридор, мне не надо сюда. Где я? Где я нахожусь? На каком этаже? Все, Валеридор. Улетел? Куда идти-то, блин? Интересно, Мартин, вот этот вот отец. Они уже здесь? Мне уже тише разговаривать стал, потому что страшно, страшно было. Даже за ручку дергать. Так туда не пройти, мне пройти только... Что значит эти... видения? Может, когда ему страшно, он начинает вот так вот вести себя. Привет. Помогите, пожалуйста, я доктор, мне нужно домой к моей... Вы не охрана, я был. Я просто пациент, как и вы. Я собрал эту одежду из трупа, которого я нашел. Вы должны дать мне уйти отсюда. Пожалуйста, просто нажмите на кнопку «Откройте дверь». Мы можем вместе выбраться отсюда. Пошел в жопу, я знаю, что ты не пациент. Да возьми ты Дюрасел. Может, это растворитель какой-нибудь? Я его просто сейчас... Или там какие-нибудь монстры появятся. Давай просто пока закроем. От греха подальше, блин. Ну, пробуем. Смотри. Доктор, еще один доктор. Нет, я позаимствовал одежду. Все вы, докторы, лжецы. Вещи, которые вы видите. Что вы видите? Да. Бам. Бам. Да. Ну, пока они вроде мои друзья, да? Ты же мой друг, Кент, товарищ. Вашу мать, куда я попал? Тут сохранение открыть. И... А, я шлюз... Шлюз открыл! Закрой! Быстрее в шкаф! Шкаф!
Читаем заметку, чтобы успокоиться. Доктора больны. Я никогда не видел умирающего человека раньше. Никогда не видел мертвое тело вне гроба. Сегодня десятки убитых и даже хуже. Я смотрел одному человеку в глаза в тот момент, когда другой разрывал его на части. Утверждал, что он врач, потом увидел, во что меня одели, изменил свою историю, сказал, что он пациент. Мог быть и тем, и другим. Они все здесь сумасшедшие. Все больные. Теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется. И что же я сам такой? Я смотрел, как умирал тот человек, и только думал, спасибо Господи, что это не я. Я знаю, что придет день, и я умру. Но я не хочу быть убитым. Вот это правда. Я не хочу, чтобы Вальридер меня схавал. Может, здесь, да, где-то. Вот он. А-а-а, Вальридер, мать его, он здесь. Жесткач. Ну, а как мне от него избавиться, это от Вальридера на самом-то деле? Вот я открыл дверь. Вот я увидел Вальридера. Вот я закрыл дверь. Вот я спрятался в шкаф. Быстрее. Ладно, не буду читать заметку в этот раз. А-а-а. Ну серьезно, я же спрятался. Тварь такая, нет! А-а-а. Да как так-то? Короче, попробую открыть и закрыть. Потом еще раз открыть, вывести и закрыть. Ну он опять меня увидел. Ну как? Ну вот серьезно, ну что делать-то? Вот он меня увидел, просто пока я высунулся, он меня увидел. Как? Как мне его убить-то? Как мне от него избавиться? Ну никак, ну. Тут падла меня все хавает и хавает. Ладно, в моей голове возник еще один сумасшедший план. Просто пробежать нахрен. Просто побежать и пробежать. Вот, вот. А, точно! Он же не может пробраться через эту хрень. Вот я балбес был. Ну чё, ты здесь, да? Ну и все, убирайся во своясь, урод. Еще один идет. Да, я плохой, убегай от меня. Бегите все, я вас съем. Здесь один из них, запри его сейчас же. Так, почему в этих шлюзах нет камер, как той? Ну то есть сбоку. Какая-то зона? Ну, не знаю. Эксит! В смысле, они убежали, а я остался? Нет, серьезно. Вот он, выход же. Ну, в натуре, блин. Капец, я мог попробовать и добежать. А, блин, балбес, тебе что стоит залезть вот сюда, вот по решетке, вот на стол, да, вот по решетке пролезть, разбить окно и перелезть. Музыка закончилась, тема прям. Ну, чувак, походу, тоже пытался побежать. Споткнулся, упал. И не очнулся. Батарейка мне пригодится. Походу. Так, мне туда наверх можно, да? Блин, почему музыка стихла? Почему все пропало? Так, тут тоже никуда не пролезть, только наверх. Капец, взяли просто... Блин, я хочу на выход. Это была бы самая легкая игра, самое быстрое прохождение, которое я только делал. Так. Ну и чё, дальше-то лезешь? Залезь дальше, ну... Сюда, что ли? Точно, сюда. Заметок у меня нет. Доберитесь до радио в тюрьме. Окей. Будем добираться до радио. Не знаю зачем, что мне это даст. Мать его, зачем я вообще в это ввязался? Начал же проходить спокойную игрушку. Slime Rangers. Rangers. Тихую, добрую. Нет, блин, надо залезть в мир Outlast, где вокруг трупа расчлененка. Охренеть, кость прям наружу. Леха, мне страшно. Если столько много проходов, значит... Значит, тут что-то... Капец, что-то будет происходить, я чувствую. Ты уже дверь открыть можно? Здесь ничего. Так, ребята, может быть, здесь от кого-то придется бегать? Чувствую, что да. Я не могу, когда тихо становится, я сам начинаю тише говорить. Заметили, да? Да я не могу громко разговаривать, когда такая тишина. Такое ощущение, что я кого-нибудь привлеку сейчас. Внимание. Внимание привлеку. Чьё-нибудь. Почему я болтаю много? Потому что мне, блин, страшно. Мне, сука, страшно. Сука, литературное слово. Мне
осуждайте меня. Я и так не матерюсь в играх, которые прохожу и записываю. Мать вашу. Мать вашу. Кто там? Выходи, я тебя вижу. Кто ты? Это же этот. Это доктор, который доктор. В натуре это тот доктор, который доктор. Эй, доктор, который доктор. Блин. Чуть-чуть случайно нажал. Нифига он прется как. Или это не доктор? Осторожней. Говорит он мне или себе. Интересно, он повернется. Осторожней. Ой, господи. Вырвался наружу. Все. О, господи, сколько тут трупов. Надеюсь, он на меня не прыгнет. Охренеть, я мимо него сейчас пойду. Он тут руки варит, фу! Эй, друг. А, тихо, 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 тихо. Смотрите. Он же режет его, пилит просто нахрен. Все в крови, охренеть. Ты мерзкий докторишка. Я не хочу с тобой связываться. Давай ты меня просто не увидишь. Я вот так вот аккуратно дверь открою. Открою, блин, не открою. Эй, морда. Ты что, меня видишь? Нет, не видит. Он меня... Да смотри, он стекло разбил. Сейчас просто вылезет и все. Что там такое красное? Болтается. А, это кишки наружу торчат. Ну, кишки это нормально. Смотри, смотри, сейчас прыгнет. Эй, доктор, привет! А! Ты что, дурачок, что ли? Дурак, да? Не смотри на нас. Я люблю его, ваше наказание. Да у него кишки торчат. Ты смотри, он башку в микроволновку засунул. Охренеть. Это что, сердце? Хера себе, он его съел. Капец, ты злой, чувак! Ну, ты не похож на того доктора, который доктор. Короче, ты просто мясник какой-то. Твою мать. Ну ладно, приятного, короче, я пошел. В темноту, как обычно. Они меня, походу, некоторые за своего принимают. А некоторые нет. Ну да, батарейка садится в самый подходящий момент. Камера реально поновее, мне кажется. Фух, заметка. На кухне каннибала. Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных наемных убийц мерков, после которого сможешь завладеть этой видеозаписью, не заставляй их показывать мое тело, просто похорони или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть. Он смотрит на меня, и я вижу гнев. Немного желания, но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Господи. Я хочу, чтобы ты жил, чувак. Можно ты будешь живой в конце игры? Ладно, ты только живи. Кто здесь? Кто здесь, блин? Меня тут нет. Тихо, 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 блин. Там камера шипела. Тут, блин, какие-то глюки. Опять разорванные плакаты. Походу, это то время, когда все начиналось. Я сделал это, да. Я думаю, здесь безопасно. Можете взобраться. Кто? Где? Я иду, Купер. Просто нужно закрыть. Я иду, подожди. Кто? Где? Где? Я не вижу тебя. Эту дверь откроется, если снять наушники. Шучу, наручники. Так, можно туда, да, прийти? А, ну, понятно. Наручники я могу снять, только сняв... Найдя ключ. Фух, видели там тень? Жуткую тень. Это был я. Так, сюда можно зайти? Нет, сюда нельзя зайти. Почему здесь стекло разбито? Ладно, я думаю, сниму те наручники и закончу эту серию. Нахрен, хватит. Бегай. О, наконец-то это... Как ее называют? О, этот мясник. Каннибал. Сделали, что можно между ящиков смотреть. Так, мясничок прошел. Я чувствую, я бегать от него сейчас буду. О, это... Да, это одно из тех мест, где я бегал. Я помню, спрятался там за столами. Он идет, или мне кажется? Я его не вижу. Вы его видите? Я его не вижу.
жужжит что-то там сам по себе. Да, вот он идет. Ну что, ребята, по старой схеме, если заходит, я бегу. Если заходит, я бегу. Я бегу, бегу, бегу! Бегу! Да, я великий бегун. Дрифтер, сплинтер, сел. Где? Ёлки, все, я в тупике. В тупике. Ломай дверь, закрывай дверь. И прячься. Блин, сколько тут ходов-то по сравнению с первой частью. А куда вломился-то, придурок? Ну, хрен с ним. Он, походу, перепутал двери. Нет? Так, можно открыть. И закрыть. Так, тихо. Куда мне... Куда мне идти? Так, здесь я могу бежать. Пробежать могу, блин! Да, я могу туда пробежать. Моё, ты мой! Ни хрена ты! Вот это ты крутой чувак! Привет. Видали, как он может? Он просто взял и перепрыгнул. I have an inch. Ты один... I want to help you. Короче, ты хочешь мне помочь, я понял. Do you itch? You look like you have an itch. Что такое itch? Just a moment. I just need to... Он какой-то inch хочет, короче, спрашивает, есть ли у меня inch. Не бойся, говорит. Но он один из тех ходунов, которые просто ходят. Позволь мне просто, я должен сказать тебе секрет. Ты мой друг? Да, братан, мы друзья. Силки, you look no so silky. Let me just... I need to tell you a secret. Ну говори мне уже быстрее, я побегу отсюда. Ты меня пугаешь. I have an itch. Что такое itch? I want to help. Я не знаю, я не понимаю его. Я его не понимаю, ребята. Отстань от меня, я тебя не понимаю. Кстати, ни одного документа я еще не нашел. За все время бегания. А вот и ключик. Отлично. Ну, просто за мной ходить теперь будет. Надеюсь, не загасит как-нибудь. Случайно. Братишка, давай ты здесь постоишь просто, ладно? Я, короче, пойду аккуратно. Ты как ее открыл? У тебя рук нету. Зачем я постоянно поднимаю камеру, скажите мне? Наверное, потому что мне жутко так просто. Во, документ первый. С кайфом. Собранные документы отображаются в вашем блокноте. Кнопка... Как эта кнопка называется? Не помню. Ладно, подсмотрел на Xbox, она называется Back. Идет сохранение. Бляха-муха! Ты... Твою мать! Я же просто повернулся! О, господи! Ну и все. Я встрял. Я встрял. Да потому что не знаю я куда бежать. Я просто повернулся, чтобы повернуться. И эта падла меня загасила. Ладно, по-быстрому прочитаю документ, он, походу, прям уже сзади, прям вот, прям вообще рядом стоит. Выбор половой принадлежности в лечебнице Маунт Месси. Дело номер такое-то, дополнение такое-то. Относительно формы, весь ниже следующий материал следует преобразовать в соответствии с формой такой-то. С судебным пересмотром в виде компенсации продолжающего судебного процесса номер такой-то. Автор Этан Срискандарая. Заметки. Это ходатайство предоставляет собой обращение за конкретной юридической консультацией по продолжающемуся судебному процессу Мелиссы Чо против благотворительной психологической программы Мерков в США, первоначально поданному в 2010 году. На момент отставки миссис Чо психосоматические эффекты двигателя морфогенетического кондиционирования на работниц женского пола уже были хорошо известны. Уже более 7 работниц и пациентов были убеждены, что они беременные, они сделали аборты за несколько недель до выкидыша несуществующего ребенка. 5 абортов со смертельным исходом. Женский персонал перевели на верхние этажи, затем в другие здания и в конце концов полностью убрали, 33 раз написали «убрали» из лечебницы Маунт Мэссив. Высокий уровень секретности проекта Валеридер повлек за собой перераспределение и увольнение, что в результате вызвало ощущение несправедливости у нескольких отстраненных сторон. Мисс Чо удалось получить постановление суда, позволяющее ей заполучить документы с подробностями об увольнении. В целях обеспечения удовлетворительной информации эти документы должны быть обработаны и подписаны задним числом, не ставя под угрозу секретность проекта. Ждем дальнейших указаний. Это Срискандарая, консультант ММ-214.
Фух, ребята, все, надо быть готовым к тому, что сзади этот мудак. И просто побежали. Нужно покормить. Он мне сказал. И пытаемся куда-нибудь убежать. Бежать мы пытаемся в эту сторону, потому что в этой стороне где-то есть выход. Есть выход, есть выход. Ага, схавал. Скушал, урод. Я найду другой путь. А я найду, как тебя загасить, урод. Мать боже мой, как страшно же. Жесткач. Так, блин, я даже не знаю. Нет, ладно, ребята, на этом все на сегодня. Не забывайте подписываться, чтобы узнать, что будет дальше в крематории. Твою мать. Короче, поддержите меня лайком, чтобы быстрее избавиться от этого мясника и найти радио, не знаю зачем, короче. В общем, всем пока и до скорого.